войну переживших ребят. Он судьбу никогда не пытался уменить. Все своим добывает другое. И в тяжелые дни научился чинить и одежду, и принес дом. Он всегда прозирал торгашей и менял. Под лицом называл под лица. Смотрится, я эти черты перенял и ценю до сих пор от отца. И когда что-то в доме ломается вдруг, кран течет или вырубает свет, я привычно чиню пылесос и утюг, телевизор и велосипед. Ныне западный мир мы узнали в лицо. Он вальяжный, циничен и крут. Поломалась на свалку и дело с концом. Все, что хочешь, домой принесут. Этот мир потребления, черт воплоти. Но запреты наложил запрет. Все дары человечества только плати. Оно нет, соответственно, нет. Потребительство — это опасный мир. Делай дрянь, коли дальше прорасти. Но если, к примеру, сломается вдруг, починить, кем на свалку снести. Нас жестоко испытывали времена, хоть не принято время бронить. В 90-х внезапно сломалась страна, то и все их стали чинить. Оказавшись стирать со столами пыль и привинчивать гайки к болтам, кто-то родину стал, торопливо быть им, и купил себе новую, там. Перекрахивать грязное чье-то белье. Что вы, я не ханжа и не снов, но уверен, что все получили свое. Кто-то в том же, как ты, вот. Где ведет, никого не видит, каждый сам себе слушает. Да и выбор у каждого есть. Огорчает, что быстро пустеет сосуд, где содержится совесть и честь. Где ведет Ариадна заветной